А что мы у них спросим? Спасибо! Знаменитый Блэкбери! Красавчик! Рассказывай, что делаешь? Честно, я не знаю, что мы делаем. Все супер, все здорово! С ними не поспоришь. Йоу, с вами Леха ЛС. Это прямое включение из Ижевска, где прямо сейчас идет строительство памп-трека невероятных размеров, которых до этого вы просто не видели в России. И сейчас мы пойдем поспрашиваем у рабочих, что же они конкретно сейчас делают. Погнали! Сейчас мы находимся на предфинальной стадии строительства. Выведены уже все фигуры из грунта. Сейчас ребята покрыли это все дело щебенкой, и дальше это будет заливаться асфальтом. Осталось еще достаточно много работы с щебенкой, но сегодня все должно закончиться, потому что завтра уже приедет асфальт. Давайте спросим у этих парней из Уфы. А что мы у них спросим? Здорово, мэн. Здорово. Че? Ты из Уфы? Да. Да. Как в Уфе дела? Нормально. Уфа стоит? Ну, на месте. Красавчик! Спасибо, пойдем дальше. Обошли всю стройку, нашли наконец-то самого главного строителя. Это Юлай, Father of Dirt. Знаменитый Блэкбери, Dirt в ЕКБ. Его дело рук. Юлай, как дела? Охуенно. То есть хорошо, потому что мы запикиваем, у нас детский контент для детей. 6+. Рассказывай, что делаешь? Да так, балуюсь немного. Играю в строителя. А он стесняется, но на самом деле дело в том, что подушка из щебня получилась недостаточной высоты, и поэтому сейчас он ее досыпает. Батя косяки устраняет. Красавчик. Ну вообще в целом расскажи, как здесь стройка проходит? Да, офигенно, продуктивно. Пацанчики так-то все нормально собрались. И ты в том числе. И этот тоже. Это он граблям. Граблям. Да, микрофон смачный, кстати. Микрофон вообще четкий. Ну что, как думаешь, мы сегодня успеем закончить щебень? Успеем. Успеем, успеем. Точно? Конечно. А если не успеем? Будем до ночи работать. До утра, точнее. А вон, ребята, смотрите. Вот ребята из Москвы и из Читы. Это юные подаваны Евгения Курникова. Приехали. Кстати говоря, они офигительно шейпят. Пойдемте посмотрим, как они работают. Они сейчас как раз выводят радиус контруклона виброплитой. Сейчас за моей спиной ребята из Читы выводят радиус контруклона виброплитой. Им помогает парень из Москвы Александр Барыкин. Давайте спросим у них, как проходит работа. Ребят, ну как вообще? Что делаете? Расскажите, пожалуйста. Мы, короче... Ты не стесняйся, говори. Честно, я не знаю, что мы делаем. Но тебе нравится? Да, мне нравится ничего не делать. Здорово. Самое главное, позитивный настрой. Вот сейчас самая сложная задача. В то время как Влад толкает, Саша принимает наверху и тянет на себя, потому что виброплита очень тяжелая. Ребятам приходится не сладко. Каково ощущение? Хорошо. Отлично, здорово. Ребята на позитиве. Все супер, все здорово. Работы идут вовремя, даже с опережением графика. А вот знаменитый блогер из Крыма Александр Сигарев. Саш, привет. Всем привет. Что скажешь, как тебе стройка вообще? Ты же в России первый раз, да? Обалденная стройка, на аналогичных вообще никогда не бывал. Очень крутая, масштабная. Я думаю, такого памп-трека вообще в России нигде нет. Спасибо, здорово. Кто не копает, тот не катает. No dig, no ride. Дик через G, а не через CK. Ну что ж, вот так проходит у ребят работа. А на заднем плане сейчас уже заливается основа под деревянный скейт-парк олимпийского стандарта. То есть здесь в Ижевске будет просто невероятного уровня тренировочная площадка. Здесь будет офигительный памп-трек, нереально крутой парк и плюс еще бетонная плаза. Поэтому, когда это все построится, все обязательно должны здесь побывать. С вами был Леха ЛС. До новых встреч! Да я шучу, давай. Значит, наверное, насчет на фоне контра встанем, и ты расскажешь реально, типа, что делаешь. Можешь рассказать? Могу рассказать. Че? Вот пускай он рассказывает. А че, ты не хочешь? Я не хочу. Не, давай, надо. Не надо. Все, понял. Ребята серьезные?
С ними не поспоришь.